Доброго дня, дорогие друзья. Пожалуйста, отключите пока ваш звук, чтобы нам не мешали дополнительные шумы, иначе все сразу слышно всем участникам. И в конце нашей встречи мы, конечно же, обязательно обменяемся впечатлениями о нашей встрече. Люди еще подключаются. Давайте еще подождем пару минут и скоро стартуем. Нам очень приятно, что вы обратили внимание на такую важную тему, как обучение чтению, потому что именно этот навык является условием дальнейшего успешного обучения детей в школе. Ну что ж, тогда мы стартуем. Рада всех приветствовать в нашем замечательном уютном дворце творчества детей и молодежи Преображенский. Всем прекрасного дня, отличного настроения. И сегодня я хочу рассказать вам, кстати говоря, забыла от волнения представиться. Меня зовут Ковалева Ольга Викторовна, я педагог студии раннего развития. И сегодня я поделюсь с вами теми приемами обучения чтению, которые я использую на занятиях. Ну что ж, начинаем. И если я вас попрошу во время занятия встать, подвигаться, поиграть, пожалуйста, принимайте в этом участие. Это очень будет хорошо. Для того, чтобы обучить дошкольников читать, это нужно стараться делать весело, легко, интересно и, конечно же, сохранить здоровье нашим детям. Поэтому я уже много лет использую кубики Николая Александровича Зайцева. Для тех, кто, может быть, только впервые о них услышал, я вкратце расскажу, как они выглядят. Они есть разного размера, есть большие, есть маленькие. Внутри них есть наполнитель. Вот эти кубики железные или звонкие. Там внутри спрятаны железные крышки. Есть кубики золотые, там такие тоненькие железки. И кубики деревянные, то есть глухие, в которых деревянные палочки. То есть здесь уже ребенок знакомится с классификацией большой, маленький, большой, двойной. И воспринимает кубики на звук. Чем больше задействовано органов чувств, тем легче и быстрее ребенок осваивает новый материал. У меня есть коллега, которая даже использует эфирные масла для того, чтобы дети быстрее научились читать. Представляете? И сейчас посмотрим, как же мы учим с детьми гласные звуки. Вот такой красивый кубик. А на нем, смотрите, что? Вот такая большая красивая ягодка-клубничка. Чтобы нам ее съесть, нужно широко открывать рот. Это органы артикуляции. Таким образом, ребенку понятно, что нужно хорошо открывать ротик. Ну что, встаем на носочки, встаньте, пожалуйста, и поем. У, о, а, э, съели ягодку. А теперь сядьте, пожалуйста, на стульчики, а детки садятся на коврик и поем маленький кубик. А здесь у нас маленькая ягодка, которая нам показывает, что здесь ротик широко открывать не следует. Так, ю, ё, я, е, и, м. И на этих занятиях мы очень много двигаемся, очень много поем, потому что с песенкой весь материал запоминается быстрее, легче и надежнее. И чем больше ребенок двигается, тем лучше работает его голова, и он находится в состоянии учебного потока. Учится легко, весело. И его мозг отлично работает, потому что он двигается и насыщается кислородом. А теперь, как мы сами в дистанте, и чем меньше мы сидим, тем лучше, давайте-ка посмотрим, а как мы работаем с освоением базового навыка, то есть обучение чтению прямых слогов. Кто забыл, это согласный вначале, а потом гласный. Что здесь написано? Посмотрите, пожалуйста. Ма. А теперь радостно встаю. И убегаем в другой конец комнаты. Убежали. Возвращаемся. И теперь посмотрите, что написано здесь. А, папина буква. Снова встаем и снова убегаем.
Таким образом, повторяя много-много раз, для того, чтобы научиться читать открытые слоги, скажем, с буквой А. Но есть такая засада. Вначале некоторые дети, вот эти кубики, вроде бы, казалось бы, научились очень хорошо читать. Но когда встречается вот такой вариант, им становится сложно. Поэтому второй этап работы с нашими кубиками – это чтение слогов перевертышей. Вот таким образом. Можно эти карточки положить еще на пол. Дети тоже их делали у себя дома с родителями. Карточки лежат на полу на определенном расстоянии. Дети подходят, читают, перепрыгивают и двигаются дальше. Можно между этими карточками возить машинку или положить паровозик и на каждую карточку ставить какую-нибудь куколку или игрушечного человечка. Ну что ж, а наша встреча продолжается. И сейчас я хочу показать вам, какие еще я использую способы работы. Включим презентацию. Так, надеюсь, что видно и слышно. Итак, что же мы используем? Смотрите, здесь у нас на экране такая слоговая таблица, которую мы поем. И не просто поем. Если я во время песни еще вот так постучу, то после этих звуков вы должны похлопать ладоши. Таким образом. Попробуем. Начинаем. На курсор смотрим и стараемся повторять вместе со мной. Выглядит это так. Ба-па-ва-фа-га-ка, да-та-за-са-жа-ша, ла-ма-на-ра. Лупаем ладоши. Пам-пам-пам-пам. Ха-ца-ца-ча-ща. И посмотрите, пожалуйста, прошла лишь какая-то минута, и сколько слогов мы успели за эту минуту весело и быстро повторить. И такие же слоги есть со всеми гласными буквами. Потом мы детям предлагаем взять поднос с крупой и на подносе пальчиком указательным нарисовать, написать несколько слогов. Я вам потом это чуть позже продемонстрирую. Далее мы переходим к чтению более сложных слов. Обратите внимание, они специально подобраны не просто так. Мак, лак, рак, бак. Это ребенку легко, потому что слоги с буквой А он уже научился читать. И все время меняется первый звук. Первую букву мы пишем все время другую. И ребенку это понятно, весело, интересно. И сначала эти слова мы читаем, а потом пишем либо на подносе с крупой, либо у детей и мольберты сейчас есть, и доски, или в альбоме фломастером. Теперь обратите, пожалуйста, внимание на совершенно замечательное задание. Называется оно «Ленивая восьмерка». Мне тут сейчас не... А, вот я себя вижу теперь на экране, прекрасно. Мне тоже нужно сориентироваться во время этой трансляции. Это упражнение из гимнастики мозга. Я поставлю сейчас курсор на середину, и мы должны делать движение глазами вот в таком направлении, где бежит наша стрелочка. Это очень серьезное нейропсихологическое упражнение, которое направлено на развитие координации глаз-рука, на расширение зрительных полей, на улучшение работы мозга, на влияние на мозолистое тело, которое связывает оба полушария и улучшает наше зрение. Такую восьмерку я попросила сделать дома родителей. Можно ее написать на листе бумаги, приклеить на стену. Можно взять большой старый кусок обоев и по этой восьмерке возить машинку. Я вам сейчас предлагаю поиграть вместе со мной. Снимаем очки, встаю. Ну, мне вставать тут будет неудобно, потому что вам будет меня не видно. Вытягиваем руку вперед, смотрим на большой палец. Только ручку вы вытягиваете не резко, а держите естественно. У вас должны быть плечи полностью расслаблены. Смотрим на большой пальчик.
Голова не должна поворачиваться ни влево, ни вправо. То есть вот в этой плоскости мы с вами движемся. И взгляд как бы приклеен к большому пальчику. И мы с вами должны нарисовать вот этот вот восьмерку как можно больше круг. И в другую сторону. Оп, головой не поворачиваем. То же самое проделываем другой рукой. Пожалуйста, делайте это вместе с нами. Это очень полезное упражнение для того, чтобы укреплять наше зрение. Итак, влево-вверх, я вам зеркально показываю. Оп, в другую сторону. Угу. И теперь двумя руками, как пистолетиком, не стараемся, делаем это легко, весело и с добрым и веселым выражением лица. Наша главная задача – снимать стресс и напряжение. Вот таким вот образом. Наши коллеги, с которыми мы учились гимнастике мозга, открывали для себя удивительные вещи. Одна женщина рассказывала: вы знаете, я сегодня ехала в метро и вдруг подняла впервые за много лет взгляд вверх и увидела великолепное мозаичное панно. То есть вот этот вот, получается, что туннельное видение, оно растворяется, когда мы выполняем это упражнение. Укрепляем наше зрение и расширяем зрительные поля. И чем лучше движутся глазки ребенка, тем легче и эффективнее, и быстрее ему научиться читать. Представляете? И плюс еще мы сохраняем его зрение. Сказка, правда? Мы идем дальше. И в дальнейшем у нас идут слова более сложной слоговой структуры. Обратите внимание, чтобы ребенку было легче прочитать, слог всегда в слиянии выделен одним цветом, а примыкающие согласные другим цветом. Март. Опять же, видите, мы учились читать слоги с буквой А, а теперь переходим к более сложным словам. Детям нужно время. Кто-то очень быстро схватывает это, а кому-то нужно достаточно много времени, чтобы этим навыком овладеть. Карт. Ну, естественно, мы с детьми обсуждаем смысл прочитанных слов, обращаемся к опыту детей. И потом я прошу эти слова составить из кубиков и записать на листочке. Ну а сейчас покажу, как мы делаем физминутку. Ну что ж, предлагаю всем поиграть вместе со мной, забыть, сколько нам лет, и потренироваться. Выглядит это следующим образом. Готовы? Готовы. Лоб и плечи, хлоп, и раз, два, три. Лоб и плечи, лоб и плечи, лоб и плечи, хлоп, и раз, два, три. И потом мы встаем, гуляем. Гуляем по комнате. Можно с родителями, кто приветствуется. А дальше у нас бывают уши, брови, нос и щеки. И вот такая вот у нас получается физическая минутка. Мы продолжаем наш разговор. И я сейчас буду нажимать еще несколько кнопочек. Пожалуйста, подождите. Я хочу показать вам, какие видео я использовала, когда мы занимались дистанционно. Потому что удержать внимание дошкольников очень непросто. Это фрагмент видео, когда мы знакомимся, например, ну давайте с буквой Б. Я показываю детям такое сообщение, такое видео.
Ну, это... Так, хочу выключить, подождите. Убрать. Ура, справились, нажали на кнопочку. И потом, когда мы уже переходим к словам более сложной слоговой структуры, мы еще играем с такими, так, так, наверное, лучше видно, складовые картинки. Они есть цветные и есть черно-белые, вот в таком виде, от простого к сложному. И играем мы таким образом. Я показываю детям быстро карточки, они называют «заяц». Причем сразу обращаем внимание, говорим-то мы «заяц», а пишется «заяц». И черным цветом сразу выделен ударный слог «заяц». То есть ребенку даже объяснять ничего не нужно, просто показать «заяц». И ребенок еще понимает, что у нас в русском языке слова не все пишутся так, как слышатся. И быстро называем «кот», «кабан», «муха», так, «мышь». А потом перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем и попробуем. Это, кажется, видно. Прочитать уже таким образом. Ну, вот как-то так. И есть еще, это у нас силуэтный вариант, а есть еще такие красивые яркие картинки из серии «Кто вокруг меня живет», «Что вокруг меня растет». Все вот то же самое мы называем. А потом переворачиваем. И кто первый прочитал, тот и карточку получает. Ну, дистанционно понятно, что мы это сделать не можем. К сожалению, мы вынуждены работать в режиме говорящей головы, потому что засада в том, что есть еще, скажем так, к счастью, у нас есть не только, у нас семьи большие, есть и младшие, и старшие дети. И младшие, как правило, крутятся всегда со старшими. Их, они должны быть вместе, и не всегда получается включать звук. А мы наш разговор продолжаем. И сейчас хочу показать вам еще одно видео, которое я использую. Пожалуйста, немножко подождите, потому что здесь, можете, да? Немножко другое. Так, это мы закрываем. И сейчас включаем видео. К сожалению, ага, вот нашли. К сожалению, в интернете огромное множество видео, но отнюдь не всегда используется принцип доступности. Иногда очень красивые картинки, но детям даются слова сложной слоговой структуры. Мне понравилось, в частности, вот такое видео. Сейчас я вам его покажу. Так, секундочку. Включаем демонстрацию экрана. Так, подождите, пожалуйста, слишком много кнопочек. Единицу времени. Так, надеюсь, видно, да? Посмотрите, пожалуйста, выглядит это таким образом. Сейчас включаем еще разочек. Сейчас сообразим. А, вот, вот это волшебная стрелочка. И так далее. Ребенку интересно, и психика ребенка устроена таким образом, что чем быстрее он работает, чем быстрее все мелькает, тем легче это запоминается и быстрее. А то, что медленно ползет, как черепаха, как раз обратный эффект. И сейчас хочу показать им еще один симпатичный кусочек. К сожалению, очень мало хороших видео, сразу очень сложная слоговая структура идет. Покажу вам, что мне понравилось, то, что для ребенка доступно. Здесь каждый слог, здесь слово разбито на слоги. И ребенку это интересно и понятно. Так, нажимаем еще на кнопочку. Продолжаем. Так, кажется, все на месте. Посмотрите, как это выглядит.
И я обещала еще продемонстрировать вам, как мы пишем на подносах. Вот такие подносы есть у нас в классе, и у детей, естественно, есть. Пальчик, будем мы сами пальчиком писать буквы, например, или слоги. Пальчик указательный, самый замечательный, любит кнопки нажимать, любит дырки ковырять. И зависит от владельца, как использовать умельца. И мы с вами, и мы с детьми пишем, используя поднос с крупой. Кроме того, что я вам сейчас продемонстрировала, у нас есть еще вот такие замечательные тетради. Автор этой тетради Наталья Юрьевна Костылева. Совершенно замечательный педагог, логопед с очень большим стажем. Я училась у нее на семинаре. И здесь, смотрите, ну, например, возьмем тоже букву «Б». Мы с детьми выполняем вместе это задание. Сначала мы раскрашиваем эту букву, учим на эту букву стихотворение. Стихи там такие веселые, радостные. Ну, например, на букву «Б». Банан нашел... Ой, баран. Банан. Баран нашел большой банан. Стучим по бокам. И положил банан в карман. Не будь плохим бараном и поделись бананом. И далее мы смотрим на картинку. Называем слова «бант», «бочка», «роза», «арбуз», «булавка», «иголка». И ищем слова, в которых есть звук «б». А потом мы учимся эти слова делить на части и соединять с количеством точек. Один слог – одна точка, два слога – два и три, соответственно, три. Вспоминаем нашу песенку моего детства. «Знают, усти знают, Насти знают, бабушка и сын, слово делится на части, как на дольки апельсин». Ну, используем традиционные способы, прохлопывая «машина». Сколько раз прохлопали, столько и слогов. Либо, например, «арбуз», «арбуз». Сколько раз ладошка опустится, столько в слове и слогов. Вот такие приемы и способы, о которых я вам сегодня хотела рассказать. Я их использую на занятиях в группе обучения чтению. Благодарю вас за внимание.